Сотрудники международного аэропорта Женевы провели забастовку. Персонал воздушной гавани протестовал впервые за последние 100 лет. В пятницу утром были отменены более 60 рейсов. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, утверждая, что из-за массовых сокращений во время пандемии нагрузка на оставшихся работников значительно возросла, а заработная плата сократилась. Écoutez, ce qui se passe en ce moment partout, hein, c'est une hausse des charges pour les salariés, entre les loyers, les primes maladie, l'inflation évidemment, les prix qui augmentent, et puis on a toujours plus de peine à obtenir simplement l'indexation des salaires au coût de la vie. Alors évidemment, dans un tel contexte, de s'attaquer aux mécanismes salariaux, donc de les baisser, alors que l'entreprise est bénéficiaire, c'est évident que ça provoque des résistances, le personnel n'a pas d'autre solution. В течение дня расписание полетов в аэропорту восстановилось. После встречи с руководством протестующие решили продолжить забастовку в субботу. Но ближе к вечеру стороны пришли к соглашению. В частности, реформа оплаты труда отложена до 2025 года.